Всем привет! Ну что, ребят, готовьтесь, сегодня будет трешачок, жесткое видео про, я думаю, самого топового питомца, редкого, которого нам добавили. Я его выбил, только выбил я его из мешочков с редкими питомцами. Кто смотрел обзор обновы, я там открывал фиолетовые яйца, и нам он не упал, но... Я попробовал открыть мешочки, которые я с Аксой получил. И в итоге я получил три таких питомца. Я прокачал уже его на второй уровень. Целый день я там бегал, фармил кошмарки. Даже не задумывался о нем. Но потом все-таки его отдел. И, честно говоря, ребят, я просто охренел, насколько это будет реально топовый. Не знаю, имбовый питомец, я надеюсь, он будет падать всем, потому что если он будет как Рудольф за донат, это будет очень печально. Этот питомец ледяной эльф. В чем его суть? Он срабатывает, когда вашего героя атакуют. И выпускает эльфов. То есть заряжается, выпускает эльфов сразу же. В зависимости от прокачки его умения, то есть его левела, прокачки умения, будет все больше эльфов. Не знаю, какие там будут параметры пока, но судя с того, что я сейчас уже увидел на втором уровне, это просто жесть. Питомец заменяет Арктику Бигфута в части. То, что он делает, я не знаю, на битве гильдии будет очень интересно потестировать. Надеюсь, у нас его ведут и будут нормально давать они, так как Рудольфа спустя пару месяцев. Ну, смотрите сами, что сейчас будет. Вот этот эльф, его атаковал стрелок. Как писали, будет атаковать ближайшую цель. Я не знаю почему, но он всегда летит на башне. И смотрите, что он делает. Он морозит. Он морозит зону. Это один. А представьте, когда вот опять сейчас заморозит. Вот заморозил опять зону. Он почему-то летит именно на башне. Почему такой приоритет, я не знаю. Но думаю, возможно, они его пофиксят. Будет лететь там, не знаю. Ну, написано на здание ближайшее. В итоге он летит чисто на башне. Изначально. То есть давайте еще посмотрим. Но сам прикол в том, что он будет реально морозить. И использовать его можно будет как на Архидемоне с отражением, так и в принципе во всех локациях. Видите, он в инвизе. Раз заморозил всех. 2 секунды опять заморозил. Вот пропал. Сейчас выпустит еще одного. Вот раз, два, три. Опять заморозил. На 3 секунды где-то. 2,5-3. Это не прокачанный он. Это нулевой. Вот смотрите, уже 2 эльфика. Я не представляю, что будет там на хай-левеле, но это реально жесть. Урона, конечно, там особо много не наносит сейчас, но... Видите, он появляется только чисто, когда героя атакуют. То есть это будет очень классно смотреться в битве гильдии, на атаке фортов, в PvP-режимах. Если вашего героя там в тех же самых подземках, думаю... Он очень офигенно зайдет. Сейчас мы пойдем потестим его. Ну, это просто жесть. Смотрите, он сразу бежит в башню к героям. Он сразу их морозит. Думаю, против Фрей это будет, если возле нее будет башня, реально очень помогать. Потому что она сейчас самое такое, скажем, бедствие на битве гильдии. С ней можно бороться, но многим просто нереально ее убить. А так, вот уже их 2. Один пропал, второй заморозил. Ну, не знаю. Очень нравится этот питомец. Ледяной эльф. Посмотрим, что будет на следующих умениях. Пока ничего не известно, но... Судя по тесту, который я уже увидел для себя, буду его собирать по максимуму, потому что он будет очень незаменимый. Это фактически как слоник. Немножко, конечно, другой, но... По полезности в битве гильдии очень будет топовым. Вот башня атакует, он сразу же выпускает дополнительного, сразу все заморозил, опять заморозил. Не знаю, круто.
в принципе, будет очень полезен даже в атаке на битве гильдии, потому что он побежит первым делом сливать башни. Там, допустим, станящие башни у вас будут, которые захватывают много юнитов. Ну, сразу их будет долбить. Вот башня только ударила, сразу активировался. Зона действия, как видите, довольно-таки большая. Это клетки 3-4. Но бьет именно, я смотрю, здание. То есть он сейчас вот рядом возле него есть забор, он забор не трогает совсем. Чисто здание. Вот, допустим, у вас будет там башенка зависать, можно будет на последнего героя его поставить. Будет неплохо смотреться. Чисто на башню будет атаковать. В основном бывает в большинстве случаев, что башня именно остается. Давайте посмотрим на подземке. Сейчас я уберу Анубиса. Так, магия есть. Возьму юнитов немножко. Пойдем проходить подземочку, на которой я уже, кстати, остановился. И ее мучаю. Все подземки вы увидите отдельным видосом. Мы сейчас попробуем ее затащить. Посмотрим полезность этого питомца. Он, получается, в зоне будет и героя морозить. Не знаю, сколько целей там будет, но думаю, интересно. Так, подземка. Вот мы уже пятые начали. 5-6. Очень нелюбимая, потому что с Анубисом ее реально очень сложно бегать. Сейчас у нас тыковку сольют. Ух ты, не слили. Да ладно. Не слейте. Ха, жесть. Вот смотрите его полезность. Вот он возле Анубиса бегает. Вот видите, заморозил зону. То есть в подземках вот опять заморозил. Я думаю, он будет реально очень крутым. Это фактически как Бигфут, но Бигфут сносит здание, а этот, получается, у нас будет чисто морозить и против башен. Вообще, смотрите, что он делает. Если у меня там станящие башни были проблемой для меня, то сейчас я налегке просто тупо прохожу эту кошмарку. Просто жесть. Честно говоря, я вообще в ахе. Я с ней мучился и просто на 3 звезды затащил. Без проблем. Давайте еще это попробуем перепройти. Но это просто жесть. Надеюсь, что он будет все-таки не с донатных мешочков. Будут его давать так. То есть он будет редко падать, но будет падать, потому что это будет очень печально, ребята. Особенно на битве гильдии, я думаю, с ним будет очень много проблем. Пробуем отсюда зайти. Просто жесть. Он морозит все ближайшие башни, получается, которые бьют. И фактически мои герои имеют доступ к башням, они их не станет. Я столько мучился с этими подземками сегодня, чтобы их затащить. Сейчас же смотрю просто. Так, ворожай этот у нас сейчас сольют или нет? Где там наш ворожай? Сейчас здесь подморозим. Ну, на 3 звезды. У меня просто нет слов. Увидите, как я мучился с ними. Поймете, о чем речь. Но это просто. Вот за это IDG как бы большой плюс в этой обнове. Если там много было хрени всякой,
неугодного Тула питомец. Очень годный. Это причем он просто без всякой прокачки второго уровня. Я не представляю, что будет там на следующих левелах. Но, блин, вот скорее всего, что 3 секунды он станет. Появляется их двое, максимум 3 секунды. Ну, я не знаю пока. Статов не знаю, но, судя по всему, за этим питомцем будут многие гнаться. Особенно мелкие левела, потому что просто он просто дает возможность вашей тыковке не быть застаненной там, либо героем, и спокойно сквозь магические башни пройти. Где будут применять его? Ну, думаю, на архидемоне он будет однозначно топовым, в зависимости от того, сколько там целей у него, ну, сколько эльфиков будет этих вылазить. Они в инвизе, то есть их незаметно. Вопрос, или они будут сливаться, или есть их, у них иммун против отражалки, это уже мы потестируем. Но пока, не знаю, вместо того, чтобы пойти спать, я все-таки решил записать вам на утро видосик, чтобы вы посмотрели это и не печалились многие от обновы. Вся надежда, конечно, на то, что он у нас без донатной, то есть можно будет его получить. Ну, в принципе, IGG дают его бесплатно, там, этих питомцев, если они донатные, там, одного-двух. Но вот даже второго левела нам хватило на проблемные кошмарки, чтобы их затащить. Поэтому не знаю, ребят. Выбейте, скажите свое мнение, а пока пишите комменты, однозначно ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репостики этого видео, чтобы больше народа видело и знали, что нас ждет в обнове на русском сервере. В принципе, все. Подписывайтесь на канал. Бомбите, как всегда. Китайка у нас мега топовая получается. Всем пока.